приходит муж домой, смотрит, чистота, порядок, белье все поглажено, стол накрыт. Подходит к жене и спрашивает: «Дорогая, тебя что, в соцсетях заблокировали?» «Дорогая, мы с тобой 20 лет женаты, ты мне еще никогда такого кофе не делала. Оставь! Это мое!» Телефонный разговор. «Алло, здравствуйте! Вы машину забирать будете?» «Какую машину? Тойота? Откуда?» «Автосалон на Каширке». «Секундочку! Дорогой! Твою мать! Мы деньги не пропили! Мы машину купили!» Yeah.